меня тогда заказывали меня уголовником, вот, которые, слава богу, не сделали свое грязное дело, это, вот, наоборот, даже пожалели меня, вот, как бы, и бандиты мне помогли даже материально, финансово и с переездом. Вот, значит, как ни странно это звучит, вот, не знаешь, где, ну, как бы, найдешь, где потеряешь, знаете, в жизни так вот. А когда с Богом, то вообще, конечно, чудно все происходит, очень даже. Порой даже и врагов делают Бог, даже друзьями, как бы. Да, вот реально приехал один из, как мне потом объяснили, я же не знал криминальный мир совершенно, я соприкасался с ним только по телевизору, только, вот, значит, видел преступников-то. Вот, значит, и это приехал один из авторитетов тогдашних Брянской области. Вот, и на беседу, но с видом он никакой не криминальный человек, обычный гражданин, как бы совершенно не хрестоматийный бандит какой-то, как вот обычно воображение представляет себе. Вот, ну, его компания, его окружение, да, там было пару таких элементов, что как бы, ну, их хоть на их разыскивали милиции, на раскрылись вот, запросто. Вот, но, значит, я узнал такую историю, что, оказывается, моя же епархия, мои же священнослужители, благочинные мои там, и другие священники, заказали, заплатили этим бандитам деньги, чтобы они, значит, меня просто убили. Вот, они должны были мою семью и меня убить, но самое интересное, они посмотрели, а у нас двое детей, молодая семья, мы живем и как бы и не знали, что происходит, какие вихри враждебные реют над нами. Вот, и вот, значит, ну, одним словом, не состоялось это. Ну и тот самый этот криминальный человек, он сказал, что вот, как бы, по-отцовски так пожалел меня, посоветовал, значит, ну, вы хотя бы куда-то уедете в сторону, чтобы им не мозолили глаза здесь. Вот, а то, как бы, значит, они не успокоятся. Мои ребята не сделали, но какие-то другие могут сделать, которые, как говорится, мать родную бьют, глаза не могут, такие есть товарищи. Вот, значит, и у них как бы такая более интеллигентная мафия, так понял, как бы, каких-то принципов держащихся, по крайней мере. У них хотя бы есть понимание, что есть священники верующие, есть неверующие. У них хотя бы такое понимание. Вот, вот, значит, а у тех, что не поп, то и батька. Вот, значит, и что интересно, значит, да, мы переехали. А потом один из священников, мой тогдашний друг, я подружился с католическим священником, отцом Йозефом Мунчакой, со Словакии, римокатолик. Вот благодаря ему я оказался в Украине. Да, я приехал по приглашению Любомира Гузера, когда он был помощником кардинала греко-католической церкви в Украине. Во Львов я приехал, в Украину, во Львов, представляете, да, значит, первый город, да. Ну, я в этом свидетельствовал уже много раз, но очень приятно, что я думал на месяц, на два, может, на неделю, две, там, я не знаю, насколько даже я думал, поеду, ну, ненадолго в Украину. Оказалось, Бог меня привел сюда. Не просто братья внудили меня сюда приехать, ну, как бы, да, хотя желая убить меня, а как вот Иосиф в свое время братьям сказал, не бойтесь, это Бог меня привел. Вот, просто был план Божий, да, такой. Вот, и в Украине я начал свое служение, реформаторское такое, евангельское православное служение, и начинал именно вот с этих вещей, с покаяния в антисемитизме, вот, и листовку такую напечатал, распечатал небольшую, ее распространили, вот, и она в тысячи раз умножилась, эта листовка, вот, попадала к пастырям, которые заинтересовывались и отдавали там наказ печатать ее тысячами экземпляров, значит, у себя в церквях распространять. Рик Реннер рассказывал мне, значит, там, у них в Харькове была еще эта миссия «Благая весть» центральная. Вот, значит, и он в офисе, я потом в офисе не был, там с сестрами этими молился, работниками вот этого офиса. Вот, они мне говорят, они у нас всегда мимо проходят, и у нас никогда возле столов наших никогда сколько лет не останавливался, никогда не задерживался. И без того у него мало времени, а здесь он как бы вроде проходит, прошел и остановился, и не мог уйти. Говорит, ну опять вернулся, значит, и говорит, а что у вас здесь на столе, что там на столе? Оказывается, Бог его остановил. Ему перевели, а сестра говорит, я не знаю, кто-то пришел в офис, значит, и принес в том числе вот такую прокламацию такую по поводу покаяния в антисемитизме. Вот, значит, и ему перевели, вот точно, напечатайте, тысячами и тысячами экземпляров. Вот, и всем облагая месть, они огромная церковь, и они корреспонденцию рассылали десяткам тысяч, значит, здесь вот по Украине, и по России, и по другим странам. И они по всем адресам разослали эту прокламацию. И, понимаете, я стал получать вначале одно-два письма получаю, потом сотни
я уже не знал, что делать, уже я же отвечал старым способом дедовским, в конверте заклеивал, там язык уже такой же. Потом на почту несешь, что ты рассылаешь. Вот, значит, я понял, есть на самом деле, ну тогда, 97 год был. Вот, значит, и есть этот вот, как сказать, от Бога, вот эта, скажу, тема молитвы, и она архиважная, тем более, что сам я выходец с традиционного православия, и для меня это стало очень-очень таким важным деянием, для самого, лично для самого даже, самого себя, вот скажу. Вот, и сегодня я вижу, что действительно преображение, есть преображение индивидуальное каждого человека, да? Вот о чем Кифа говорил, вот о чем я вначале сам тоже сказал немного. Вот. Есть преображение семейное, тоже мы коснулись этих тем, да, значит, немного чуть-чуть. Хотя эта тема очень огромная, но очень прекрасная, эта тема взаимоотношения с самыми дорогими, самыми близкими людьми. Вот преображение наше. Вот это не просто индивидуально каждый из нас, а вот наших семей. А потом общин, церквей, конфессий, деноминаций даже. И преображение всего тела Господа Иисуса Христа. И преображение Господа тела. Это действительно, всякая вражда должна прекратиться. Вот матушка очень хороший пример привела такой насчет семьи, я это прекрасно понимаю, потому что у меня шестеро детей, и когда у детей значит, непонимание, ссора, вражда какая возникает между ними, ой, это хуже всего. Вообще апостол Иоанн писал, что для отца нет большей радости, чем видеть детей, выходящих в истине. И я когда перечитывал из его послания это, я понимал, и понимаю и сейчас, что и для земного отца это так, и матери, для земного родителя это так, но для небесного наипаче. Для небесного нашего отца нет больше радости от родителя нашего, чем видеть детей, приходящих в истине. Вот. И наоборот, когда дети не ходят в истине, нет больше печали, нет больше горести. Я говорю, пример видел в Грузии, мне показывали там кладбище, значит, проезжали, значит, и там одно там такое, ну, богатое захоронение. Там в этом поселке, в этом городке, значит, ну, богатая семья самая, как считается. Вот, они остались одни, их единственный сын, наследник погиб. Вот, значит, они все вкладывали в этого сына, вот, и такое горе было. Вот, сын оказался балованным, распущенным, непутевым, и все, там, денег много, как бы, и все не на добро. И в конце концов все это привело его к смерти, к крайней. Вот, и родители имеют там, в этом городке, там, самый большой дом. Он, ну, такой видный дом такой сразу. Вот, значит, там с охраной, то есть у них там прислуги много и охраны, то есть такой большой богатый дом. Вот, много земли у них, много всего. На этом кладбище, вот это самое большое такое, и самое дорогое, такое, знаете, как сделано, как копытце такая красивая такая, в таком грузинском стиле. Вот. И там постоянно горит огонь, и там есть дежурный на зарплату, который работает, вот именно смотрит за всем этим. Вот, и знаете, ну опять-таки для родителей, вот мне вот Зураб говорит, вот он знает этих людей, самые несчастные, убитые горем люди. Вот, и, понимаете, и весь этот дом, и дорогие машины, и прислуга, и охрана ничего не даст радости. Вот, когда и он горесть им приносил, когда не ходил в истине, когда жил плохо, и потом рано ушел. И знаете, для нашего небесного Отца нет большей горести, чем когда вражда происходит среди верующих. Самое страшное – беспричинная вражда. И Израиль Бог не отверг. И об этом и в Ветхом Завете, и в Новом Завете говорилось, и говорится нам, верующим. И это для всех неевреев, это великое, ну, скажем так, послание любви. Что если Бог евреев не отверг, то Он никого не отвергнет уже. Что действительно Его обетования Его верны. Его обетования верны. Конечно, мы, люди, сами можем отлепляться от Господа, да, значит, там, и похищать себя, будем так вот как-то. Вот, но Господь сказал, никто не похитит вас из руки моей. Вот, для верующих. И, конечно, молиться важно друг за друга.
Вот если старший сын отца, он заблудился, это не повод пальцем показывать или злословить, тем более. Нет, это повод молиться и благословлять. И я думаю, что Бог наш очень сильно будет рад, как Небесный Отец наш, когда мы все за столом соберемся, все дети, и старшие, и младшие, вот, люди разных национальностей, разных культур, традиций, когда вместе вкусим хлеба в царстве Его, и блаженство вкушает хлеба в Его царстве. Вот, а за Израиля, говоря о Новом Завете, Бог еще через пророка Иеремию, Он говорил о вечности своей любви, о непрестанности своих обещаний, о том, что неизменность Его святых обещаний, Его обетований. Так что, дамы и господа, присоединяюсь к этим молитвам, благословляю. Я распечатал, значит, там этот баннер, такой, «Стена плача». Кто включался на утренней молитве, сегодня там или вчера там видели. Вот, значит, теперь делаю молитву такую вот на фоне этого баннера. Надпись на иврите «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне». Вот эти слова, как бы, они запечатлены просто в моем сердце, и я очень Богу благодарен, очень-очень Богу благодарен за все это. Вот, и эти слова, которые можно назвать словами всех слов, вот, это то место Писания из книги «Песни песней» Шир Гашерим, которые как бы открывают сердце Бога, открывают Его Слово, открывают все. Вот. Открывает Его вечную любовь. И как в той песне поется: «Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая, вот он идет, Господь придет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой придет, мой возлюбленный грядет, мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид Его подобен кедру на подножьях золотых. Вот Он идет, Господь придет, мой возлюбленный грядет, вот Он идет, Бог мой придет, мой возлюбленный грядет. Аминь, аминь, аминь. И действительно, когда Бог говорил через пророков, и в Старом Завете, и уже в Новом Завете, через апостолов, в этих пророческих писаниях, то Он говорит везде о Своей великой любви. И когда даже слова из послания к римлянам, что если природный не пощадил, то пощадит ли тебя, то мне это видится не как именно утверждение Богом, что Он как будто бы отсек эти вот ветви, да, и тебя может не пощадить. А как раз наоборот, посмотри, вот раз ты веруешь, что, значит, Бог отрек, как бы, отверг вот те природные ветви, посмотри, по твоей вере же даже, по твоей логике же даже, Он может и тебя завтра отсечь. Я думаю, для всех неевреев это очень хороший повод задуматься, по крайней мере. Вот если Бог однажды нарушил свое слово, если Бог однажды нарушил свое обещание, свое обетование, то где гарантия, что Он еще раз не нарушит? Знаете, друзья, это очень важная тема. Ведь если он, как вот я прочту из книги Иеремии, мне Иеремии очень нравится тем еще, что, вот пророки здесь, что
он пророк Ветхого Завета, да, но пророчествует о новом уже Завете. 31 глава. Книга пророка Иеремии, 31 глава. 31 стих, не позапомню, 31, да. Вот, и, кстати, вот с 29 стиха, вот отец Алексей, как ты читал вот, на служении в предыдущем, вот это место писания, очень хорошее, кстати, мне так оно тоже очень понравилось, перед тем написано 29 стих и 30, да, в те дни уже не будут говорить, это о будущем пророчестве, то есть о нашем времени, благодати уже Нового Завета. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Это по поводу как раз, знаете ли, всевозможных проклятий, беззаконий. Сегодня, во время Нового Завета, каждый человек он получает благодать спасительную, освобождение от всякого привкуса кислого, который ели наши отцы. Это великая благодать, но это не автоматически происходит, а когда человек принимает действительно спасение через веру в Иисуса Христа, погружается в Господа нашего. И вот написано дальше, 31 стих, собственно, 31 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Новый договор, новый завет. Это какой завет? Завет, мы знаем уже, совершенный в крови Иисуса Христа. Иисус, потому что на последний вечер он взял чашу и дал ученикам, там присутствовавшим, и он сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови. Новый завет в крови Иисуса Христа заключенный. Хотя его кровь, она фактически была еще в нем, и она еще была не пролита, да, но он уже дал чашу ученикам, и тем самым он подтвердил, что он есть Агнец, закланный от века, вечности. Мы не знаем, это тайна. Нам, живущим во временном измерении, пространстве этом, для нас это таинство. Нам это непонятно, как это может быть. А вечности закланный Агнец. Как это может быть, чтобы он был заклан вечности? Мы знаем, что в мире ангельском, в этих мирах ангельских, тоже была война, и тоже есть война, собственно. Мы знаем, что история этих миров, она не такая уж и простая. Знаете, как нам может показаться, вот ангелы себе на арфах играют, как бы там в ус себе не дуют, все у них так вот по маслу. На самом деле и ангелам не сладко. И на самом деле это все со стороны бывает. Знаете, так вот только лишь чисто и гладко. У ангелов тоже порой там и норов порой, и проблемы, значит, и там и ангелы Божьи, сыны Божьи, да, заходили к дочерям человеческим тоже. У них всякое бывало, уже у ангелов тоже. Вот, и ангелы приходят порой не с хорошими новостями, порой с очень плохими новостями. Вот. И слава Богу, что в том мире ангельском однажды первородного Бог ввел во Вселенную. Тоже каким образом, мы не знаем. Нам кажется, духовные миры, эти ангельские миры, там все понятно. На самом деле не все так понятно и там. Знаете, у них свои тайны, свои таинства. И тоже кое-что для ангелов закрыто, то, что нам открыто. И наоборот, им открыто то, что нам закрыто. Здесь не поймешь, где хорошо, где лучше, где хуже. Везде хорошо, где мы с Богом. Неважно, мы люди или ангелы. Вот, когда Боги и с Богом, все хорошо. А без Бога все плохо. Неважно, в каких мирах ты живешь, в этом мире или в ангельском мире. Вот, и первородного Бог ввел во Вселенную и сказал, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Слава Богу. Удивительно. Ну ладно, сейчас не о том, а вот именно вот о Новом Завете. Новый Завет с домом Израиля и с домом Иуды. Новый Завет заключен. Да, за столом, там, тем последним пасхальным столом Ветхого Завета и уже первым Нового Завета были ученики. Ученики Иешуа, ученики Иисуса. Это те, кто, да, выросли плоть от плоти, Израиля и Иуды. И не такой завет, пишет пророк, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я, говорит, оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их,
и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата. Даже по идее вот нашего служения, да, вот, в принципе, любое христианское служение, как элемент все равно ветхозаветного служения. Потому что мы все равно учим друг друга, наставляем друг друга. Да? Даже вот эти вот служения апостольских, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, все для чего? Чтобы нас привести вот к этому, к совершенству. Пока человек, он еще не совершенен, ему все это нужно. Вот, а совершенное, вот о чем Пифа как раз ревнует сейчас, о совершенстве, чтобы и зимой в шортах, и прочее, нет, это шутки. Но вообще, серьезно, почему бы нет? Почему бы нет? Пошли. ММС просто. Затем он Ну да. Самое главное, конечно, погружаться в Бога, о чем говорили перед как раз началом сегодняшнего этого собора собрания. Вот, как раз перед началом прозвучало, как раз я это и сказал, по поводу баптизу. Баптизу, значит, в современном греческом языке это погружение в смысле окунания. Но в старом греческом погружение в смысле именно пребывание там. Баптизу, то есть погрузиться и там и остаться. И вот я рассуждаю, что Новый Завет, он действительно наступает, когда человек погружается в Господа, а Господь в него погружается. Он познает Бога, а Бог его познает. И проникает внутрь нас. И соль Божья, имейте соль в себе. Не просто там на шкурке, не просто снаружи где-то, да, а внутри себя имейте эту соль, божественную соль. То есть он проникает внутрь нас, нашего естества. И вот это преображение происходит. Да, порой это под нажимом всяких обстоятельств внешних. Дай Боже, чтобы это было по доброй нашей воле, по доброму нашему хотению, по нашему соизволению. Действительно, это так прекрасно, потому что доброхода дающего любит Господь, который не просто из-под палки, а вот или как-то, под нажимом какого-то события, чуда или чего-то еще, а по доброй своей воле погружается в него, отвечает своей любовью на его безусловную бескорыстную любовь. Слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Хотел о многом свидетельствовать, но преображение — это тема такая, которая, знаете, действительно, это вопрос каждого из нас в отдельности, вопрос каждого верующего. Сегодня и эти дни, давайте вот таким образом, вот каждый из нас от силы в силу, от веры в веру идет, преображается в его образ. Все очень просто, казалось бы, а с другой стороны, все очень сложно. Вопрос в чем? Что ответы-то все на поверхности лежат. Преображение, как оно происходит. Размышляешь о нем, погружаешься в него, любишь его, он любит тебя. Вот. И от этой совместной этой любви, это взаимной, да, значит, от этого пребывания вместе, ну все остальное рождается. Все остальное как-то происходит сверхъестественным образом. Прошу ваших святых молитв. Прошу. Вспоминайте о ваших молитвах. Утром, вечером, когда вы больше времени проводите с Богом. Вот об этом, обо мне вспоминайте. Я вас вспоминаю, молюсь за вас, благословляю вас. И сегодня вот утром молюсь за этот собор, вот, чтобы Духом Святым сегодня, Его Господним Духом, чтобы каждый верующий сегодня соприкоснулся с этой вечностью. Потому что то, что вот о чем Кифа говорил вначале, я с этим очень солидарен. Я сам так рассуждал не раз, что Иисус, Он, молясь, Он же не брал с собой особенно никого, вот, а в этот раз взял троих и преобразился перед ними. Вот, потому что есть время вот такого пребывания в Нем, в Боге. Ну а здесь ему нужны были свидетели, потому что это было касательно очень важного, предстоящего Ему и страдания, и смерти, и воскресения из мертвых. Вот, и явились им Моисей и Илия, тоже опять-таки тайна, почему, как, я не знаю, кому, как, что является, но вообще, явление ангелов как-то понятно, более понятно, да, вот, а здесь явление... Конференция Ветхого и Нового Завета. Да, вот как конференция, да, точно, Ветхого и Нового Завета, да, получается, очень интересная конференция.
Вот Моисей и Илья. Ну, Илья, понятно, он был так восхищен, так сверхъестественно просто был восхищен на небесах. Вот, что он буквально прямо с телом преобразился, ну, трансформировался в это небесное измерение. А как же Моисей? Моисей умер, похоронили его в Моисеевой земле. Вот, значит, но хотя его тело так не нашли, значит, но, видимо, это хорошо сохранили. Но есть другая версия, что он и воскрес, приветствую, слава Богу. Вот, Бог воскресил его, то есть телом забрал его. Мы не знаем подробностей, но, скорее всего, так оно и есть, потому что Иисус, если бы он разговаривал именно с духом человека, умершего, да, то он, Иисус согрешил бы тогда, там на горе. Тогда бы он допустил бы грех против Торы, против Божьего Слова, и тогда он не мог бы сказать, вот идет князь века сего, и во мне не имеет ничего. Тогда бы он допустил бы грех спиритизма, грех общения с умершими, с духом умершего человека. Вот, и тогда был бы на Иисусе грех, пятно. И тогда его жертва не была бы совершенной, и тогда наше спасение не было бы совершенным. Знаете ли, но Иисус совершенно же чистый агнец, непорочный. И дьявол в нем ничего не имел, никакой зацепки, никакого греха он не допустил Иисус. И в этот момент я верю, что Иисус не согрешил против Торы. Потому что если бы он общался бы именно с духом умершего человека, то он бы согрешил автоматически сразу против Библии, против Божьего Слова. Но здесь подтверждение для нас, что все-таки Моисей получается воскрешенный праведник. Потому что его тело так и не нашли. Даже был спор о Моисеевом теле. Мы читаем о споре даже у Иуды, да, о Моисеевом теле. То есть получается, что не все это было просто в момент его смерти. Знаете, как бывает, что как вот иди что-то уже до ножки. Умер уже, а все, тело его все так вот как бы и не найдет покоя. Вот, но я не сравниваю Ильича с Моисеем, но там другая история немного совсем. То, значит, пример человека грешного, вот, отпадшего, то пример, наоборот, прямо противоположный, пример праведного человека. Но тоже с телом его вот была такая, как бы был спор. Возможно, там есть мнения разные, тоже, вот чем тоже нравится, когда следует, что разными такими теориями. Возможно, враг хотел искушать вышедших из Египта, вот, значит, поклонением, почитанием останков этого праведника. Возможно, кто его знает. Христиан-то дьявол искушал и искушает таким образом. Сегодня, к сожалению, даже в наш век, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, по-прежнему миллионы христиан, православных, католических, целуют останки, мощи, как бы, и везут. Даже в наш век просвещенный, казалось бы, век, люди с высшим образованием идут и совершают подобные мерзости. Но это заблуждение и религиозный оккультизм. Но Иисус не согрешил, поэтому я оправдываю Иисуса тем, вот этот эпизод, что, получается, Моисей, значит, был воскрешен из мертвых, и Илья, он был восхищен прямо, ну, насчет него нет вопроса вообще. Он не пережил то, что вот мы называем обычно смертью. То есть когда тело без духа мертво и подвержено тлению, но у него сразу все это произошло. Ха, как в сказке. То есть вообще это просто действительно, ну, только мечтать можно. Как вот написано у Павла было, что смертное поглощено было жизнью, да? И на сие самое создал нас Бог, и дал нам залог Духа Святого. Спасибо Богу за все. Вот, и Иисус беседовал об этом исходе своем, о своем там, завершении служения своего. Вот, когда это происходило, мы не знаем, но, скорее всего, это было осенью, во время праздника кущей, потому что поставление кущей, потому что Петр, очнувшись, он предлагал как раз сделать кущи. Собственно, первое, что в голову пришло, сделать кущи отдельно ему, отдельно Моисею, отдельно Илии. Вот. И тот мир духовный, он, конечно, он по-своему уникален, для нас просто непостижим. Вот, там сразу понимаешь, кто и что и почем. То, что и почем. Господь да благословит нас. Отец, благодарю Тебя за братьев моих сестер, за эту тему преображения. Прошу Тебя сейчас, Господь, пусть в судьбе каждого из нас происходит это преображение, чудо преображения. В молитве, в общении с Тобою, Боже, в хлебопреломлении, в причастии, в Евхаристии, Боже,
пусть преображаются наши души, наши сердца, рассуждая о теле Господнем, рассуждая о крови Христовой, потому что знаем, что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой Божий дар, Твой Божественный дар во Христе Иисусе Господе нашем. Благодарю Тебя на той пасхальной вечере последней. Ты взял чашу и дал ученикам, и сказал, что на чаше есть Новый Завет в крови Твоей. Господь Святой, благодарю Тебя, Боже, за чашу Твою, за причастие, которое мы сейчас совершая, по сути, повторяем, что было тогда, 2000 лет назад, но не просто повторяем, а утверждаем, что сегодня, в это время, в эту эру благодати, мы причастниками являемся божеского естества. Боже, тело и крови Твои, причащаясь, Боже всемогущий, действительно совершается таинство. Таинство, совершается таинство Великое. Спасибо, Господи. Спасибо, Боже всемогущий. Спасибо. И Ты дал ученикам хлеб и сказал, это есть тело Твое, ломимое, которое ломится за нас, за всех, и которое действительно, Боже, является вот той жертвой, величайшей жертвой за нас, принесенной Твоей жертвой, Твое тело, Твоя кровь. Боже всемогущий, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, и Твоя жертва, она чиста. Она действительно сверхъестественно чиста, потому что божеская кровь Твоя была пролита, как кровь нового Адама, основателя нового человечества просто. Действительно, новой общественной формации, церкви Твоей святой, Боже всемогущий, благослови Господь из евреев, неевреев, Боже, людей разных национальностей, разных культур, Господь Боже, но всех действительно объединенных Твоей любовью, Господь, спасенных, через кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего. Благодарю Тебя, Господь, за Голгофу и за кровь Твою. Боже, слава Тебе, за воскресение Твое. Аллилуйя, аллилуйя. За Голгофу, за кровь. Yeah.
все. Благодарим Тебя за милость и благость Твою. Благодарю Тебя, Господь, за то, что действительно, Боже, Ты заключил с нами новый завет, с Домом Израиля, с Домом Иуды новый завет. Завет в крови святой Твоей. Завет ломимым телом Своим. Завет пролитой крови. Этот завет, Боже, смогущий, это чисто от Тебя, Боже, благодать, сшедшая с неба. Боже, смогущий, потому что это действительно доказывает нам, что спасение наше, оно в Твоих руках. Спасение наше, это от Тебя, Господь. Это дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. Благослови, Боже. Благослови сейчас в этом таинстве всех нас, причащающихся. Боже, благослови тело и крови причастия. Боже, благослови, Господь, и соверши, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Милосердный Отец, приложив это Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь. Аллилуйя. Братья, готовьте участие. И причащаться все, принимающие Иисуса Христа своим Господом, Богом, Спасителем и Искупителем Своим, причащаемся телом и крови Иисуса Христа. Причащаемся, независимо от того, какой бы церкви, конфессии, причащайтесь с нами вместе сегодня телом и крови Иисуса Христа, таинством святых. Аллилуйя! 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 Отче наш, прости нас,
во имя Сына Твоего, во имя Сына Твоего, который пролил за нас кровь и омыл нас, и оправдал нас, за что мы его благодарим. Спасибо тебе, Иисус, Сын Божий, за кровь Твою и оправдание наших грехов. Дух Святой, помоги остаток нашей жизни прожить так, как Ты хочешь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И рассуждаем, принимая причастие, и рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа, что я спасен благодаря Его святой крови, Его ломимому телу, Его. Я спасен, исцелен, благословлен, обогащен всяческим небесным благословением, благословлен, благодаря Тебе и крови святой Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо, Господи. А можно украсть руку 8? Слава Богу, тогда. Аллилуйя. Благодарю Тебя за спасение, дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господи наш.
благодарю Тебя за искупление, за преображение божественное в наших судьбах. Боже, и с сегодняшнего этого дня, Боже, с причастия к Христе, Боже, мы продолжаем свой путь в Тебя, Господь, углубляясь, погружаясь в Тебя. Боже, а Ты погружаешься в нас, Господь. Мы познаем Тебя, Ты познаешь нас, Господь. Слава Тебе. Слава. И эта печаль стоит на детях Твоих, и познал Господь своих. Боже, всемогущий, слава Тебе. Благослови народ своим миром, своим шаломом. Благослови, Господь, всех нас, Боже, по богатой своей милости. Благослови сегодня всех собрания, любящих Тебя, Тебя боящихся, разных конфессий, разных деноминаций. Пусть тело Твое преобразится, как тогда на молитве пред учениками. Пусть сегодня тело Твое, церковь Твоя, невеста Твоя преобразится, Господь, в славе Твоей. Боже всемогущий, преобразится, Господь, народ Твой. Боже, взирая на славу Твою, Господь, взирая на победу Твою, взирая, Господь Божий, на заслуги Твои, Боже, спасение Твое. Благослови народ своего мира, благослови Израиля сегодня, благослови, Господь, Иерусалим, благослови сегодня Киев, Боже, пусть здесь, на берегах Днепра, славится имя Господа Иисуса Христа непрестанно, непрестанно. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови виноград сей, великий виноградарь наш. Благослови виноград сей, благослови, да принесем много плода, и тем прославится имя Твое в этом мире. Слава Тебе, Господь! Благослови, Господь! Благослови! Мир всем, шалом! Аминь! Аминь! Аминь. 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 Слава Богу! Присядьте, пожалуйста, друзья! Кто хочет посидеть, слава Богу! Да. И, братья и сестры, еще не расходимся? Попрошу еще остаться, кто имеет возможность такую. Ненадолго. Я думаю, еще... Думаю, полчасика еще задерживаться. Братья, сестры, молимся о преображении всей Церкви Божьей, всего христианства. Преображении всего христианства. Потому что действительно, ну, как вот тело Иисуса тогда было преображенным на горе, сегодня все... Вся церковь нуждается в преображении, божественном преображении. Слава Господу! Пусть сила это Духа Святого, сила преображения действует в нас, верующих, через нас. Слава Богу! Слава Богу! Он, да. И
Есть еще несколько таких свидетельств. Я прошу. А любовь Дамирна, не уходите, пожалуйста, тоже. Мы нужны еще. Так, пожалуйста, отец, скажите. А кто желает дождаться, еще тихо вернется сейчас. Слава Иисусу Христу. Я хочу поделиться немножечко словом. Действительно, о чуде преображения. То, которое подарил нам Господь Иисус, еще через свою кровь. Если бы не было крови, мы не преобразились. И если бы не было позова, следуйте за мной, мы бы не преобразились. Потому что овцы, пастырь его, слышат голос его и следуют за ним. И я хочу немножечко окунуться в древний Израиль. Помните, оккупация, коррупция, Ирод, Антипа, беззаконие по всем Израилю. Чем не Украина была настоящая? Оккупация, коррупция, Ирод и Антипы кругом управляют. Но Украина, она же ничем не отличается от того Израиля. Но пришел Господь Иисус. Он пришел. И когда он шел, за ним последовали бизнесмены, Андрей, Петру. Они оставили свои лодки, сети, рыбу и последовали за Господом нашим, Иисусом Христом. И когда шел тот же Матфей, провластный там, снимал шкуру с людей, отбирал их там в законах этих провластных участков, ну когда встретился с Господом, он оставил свое беззаконие и последовал за Господом. Тот же Зелот Симон, он делал эти революции, майданы, там участвовал в всяких переворотах. Но когда встретился с Господом, он оставил это и последовал за Господом. Также тот же ученый Варфоломей лежал там, размышлял под смоковницей. Но когда встретился с Господом, последовал за Господом. Взять же Никодим, тайный ученик, фарисей с фарисеем, но когда он встретился с Господом, он последовал за Господом. И много мы видим преобразования, тот же сотник, Корнилий, оккупанты, они встретились с Господом, и они последовали за Господом. То есть Иисус принес в нашу жизнь преображение. Он ученикам своим омывал ноги, он кормил их, он собирал их, он исцелял, освобождал. Много народа следовало за Господом. А представьте, в ту пустыню, где-то они проповедовали, воды нету, Израиль. И 12 учеников пришли, ноги твердые, грязные. Он пошнял, наносил воды, преклонился перед каждым учеником и омыл каждому ноги. Это то сердце, которое сейчас требует для преображения, в первую очередь для священников, для нас. Мы должны стать теми слугами, как показал нам Господь, преобразиться, чтобы стать учениками Его и следовать за Ним. И знаете, много, я коснусь еще немножечко израильского вопроса. Все говорят, пришло время, когда и Израиль распял Иисуса. Да нет, наказание всего мира было на Нем, и мы своими грехами распяли. И теперь давайте мы Писание по полочкам посмотрим. Когда его арестовали и привели в этот синод их, что первое сказали? Не нашли обвинения в нем. Не нашли. Какие законники не были евреи, они не нашли в нем обвинения. Но были там плевки, были пощечины, они не издевались на них. Но когда привели к Пилату, Пилат покопался и тоже сказал, нету в нем ничего. Но вот тут весь мир поиздевался над Господом, потому что он отдал на растерзание полку своему. На то время в полку было от 380 до 960 человек. Это римский полк. Если мы помним, на то время Израиль приносил каждый год, по-моему, на Пурим 70 волов за 70 народов мира, которые существовали на тот мир, чтобы они были спасены, чтобы они тоже познали Господа, которые они есть. И они приносили эти жертвы.
И где-то по тем данным римские полные входили все народы, потому что тогда Римская империя большая была, народы скуплены, жили в одном месте, и они входили. И представьте, весь мир распинал Господа. Весь мир. В этом была и проявлена любовь Господа ко всем нам, и к евреям, и к нам, язычникам. Потому что Он ради нас пожертвовал собой. И не просто пожертвовал, пролил свою кровь про отца, он проливал 7 раз эту кровь, чтобы мы преобразились. Первый раз, когда одели на него терновый венок, и золотой потекла кровь, он уже в этом стоял, чтобы наш разум преобразился, чтобы наш разум уже мыслил по-другому, чтобы мы уже не вертались к старому, а вернулись к началу, к истоку, к корням, чтобы разум открылся. Второй раз, когда ему пробили, второй, третий раз, нет. Когда истязались над его телом, это второй раз он пролил кровь. И там не просто над ним издевались, крючки такие, вырывали куски мяса со всего тела. И он страдал, и где-то так под учеными предусмотрено, что каждая ранка на теле, это группа болезни какой-то, это группа проклятия какого-то, это группа колдовства какого-то, и все тело было изранено. Господь ранами своими исцелил нас от беззакония, от болезни, от всякой такого колдовства, проклятия, порчи и прочее, прочее. Это преобразовал наше тело, чтобы мы не болели, чтобы мы были спасенные, чтобы мы были исцелены, чтобы мы были восстановлены, чтобы мы могли наступать на змей скорпионов и всякую нашу силу. И когда пробили третий, четвертый раз руки, Господь уже тогда смотрел и благословлял дела рук наших. Ибо он говорил, не увижу праведника с протянутой рукой. И он хочет, чтобы мы через свои руки всегда были благословенны, всегда работали, всегда насыщали дом свой, своих детей и себя. Это Божье повеление. Он ради этого отдал свои руки, чтобы они приняли благословение. И также, когда 6-й и 5-й раз ему пробили ноги, он уже отделал наши ноги, ноги праведников, ноги благовестников, чтобы мы благовествовали Его святое Евангелие, потому что Он нас спас, осветил разум нас, исцелил наше естество, благословил дело рук, и Он хотел, чтобы мы стали учениками и шли следовали. И поэтому Он благословил. И 7-й раз, когда копьем пробито было его ребро, как однажды Сатан было ребро, и была сотворена ему чистая, непорочная дева на то время. Так и Господь вышла вода из покров этой баней водной, омыл нас, его невесту, чтобы мы без пятна и порока вошли с ним в брачный пир, как с Адама ушло, так и с Господом нашим. Он пришел спасти нас, и да будут Божьи благословения. И это есть преобразование, которое мы должны вернуться на корни те, с которых вышли. Аминь. Аминь. Слава Богу. Тоже скажешь? Да.